2025 году Нефтеюганский район Югры отметит 25 лет со дня основания. Но история края началась задолго до его освоения нефтяниками и газовиками. Люди жили здесь, начиная с каменного века. Об этом свидетельствует огромное количество археологических находок. Чтобы сохранить ценнейшие объекты от разрушения и иметь возможность их изучать, в Югре создают достопримечательные места. В Нефтеюганском районе их три. Одно из них – Пунси, родовые угодья ханты, малочисленного самобытного северного народа. Об истории Югры и культуре коренного населения региона не только россияне, но даже сами югорчане имеют очень смутные, а то и ложные представления. А про археологические памятники рядом с местом проживания не знают ничего. Хантыйская молодежь не дорожит корнями, покидает родные места и уезжает в большие города за культурой и в поисках заработков. Югорские археологи изучают археологию и этнографию на Пунсе 30 лет. Это происходит в сотрудничестве с семьей Каюковых – ханты, проживающих рядом в юртах Пунси. Их фамилия увековечена в названии уникальных памятников каменного века – укрепленных поселений Каюкова-1 и Каюкова-2. Все известные объекты каюковской археологической культуры расположены в пределах Демьяново-Сюганской болотной системы, на краю торфяных болот. И действительно, вероятно, с течением времени часть памятников оказалась под болотом. И сейчас впервые в истории Югры нам бы хотелось провести раскопки в болоте. То есть организовать археологическую разведку территории побережья озера Большое Каюково и исследовать ранее неизученный новый археологический объект поселения Каюково-3. Ханты, семья Каюковых, будут вовлечены в научную работу. Они будут участвовать в разведках, помогать археологам. Через изучение археологического наследия они узнают историю своей малой родины. Для вовлечения большего числа людей в науку мы организуем информационное сопровождение экспедиции. Заснимем все этапы работ на фото и видео. Научным результатом станет определение зоны расположения археологических объектов на древнем побережье озера Большое Каюково. Социально значимой миссией археологической экспедиции будет привлечение к работе местных жителей и создание информационных продуктов о достопримечательном месте Пунси и его населении. Югорчане узнают больше об истории своей земли, а ханты, живущие в уединении посреди болот, почувствуют себя причастными к научным открытиям. Благодаря средствам гранта будет организована доставка участников экспедиции к месту раскопок, закупка современного оборудования и информационное сопровождение проекта. Археология обладает огромным информационным потенциалом. Людям интересны новости, клипы и фильмы о раскопках и исследованиях.